Я не вижу возможности решения в ближайшее время, потому что в Сирии нет никакой динамики. Идут мелкие тактические бои. Сирийская армия продвигается вперед буквально по метру, по сантиметру. На первом этапе мы добились выдающегося успеха после начала нашего участия в сирийском конфликте. 1 000 000 сирийских беженцев из 7 миллионов, которые находятся внутри страны, из 21 миллиона населения до войны, вернулось в свои дома. То есть это был выдающийся результат. И именно этого нам не могут простить американцы и их партнеры. Именно поэтому турки сбили наш самолет. Это была, так сказать, системная месть. Но сейчас процесс остановился, насколько я могу судить. Если мы начали эту операцию, не договорившись с иранцами о введении туда значимого контингента иранских сил, которые могут переломить ситуацию на земле при поддержке нашей авиации, то это мне представляется неправильным решением.